Доброе утро, девочки. Сегодня у нас будет на завтрак шаурма. Так, мяско помыли, покрошили кусочками, налили все олейки, положили в сковородочку. Значит, что мы дальше добавляем? Добавляем соевый соус сюда же прямо. Ну, это так я роблю, не знаю, кто как робит. Соевый соус. Просто, чтобы вкусно было, я делаю так. Так, бальзамический. Густый соус чуть-чуть, пол чайной ложечки сахара и чуть-чуть соли, чуть-чуть. Так. И дуже люблю орегано. Все. Помешали и оставляем его протушиваться на малесеньком огні. Так, девочки, тушится воно минут 15. Десь до полчаса точно я его тушу. Так, тушится воно минут 15 уже, девочки. Не буду около 35 минут десь тушить. Ну, тоді коричнево таке вкусне буде. Девочки, следующий у нас этап. Капуста на терочку. Среднюю терочку я делаю. Можно помельче, она такая тоді вкусная. То есть натираем капусточку нашу. Так, девочки, и три морковочку на мелкую терочку сюда. Так, девочки, перемешиваем хорошо. Добавляем яблочный уксус. Трошки. Пол чайной ложечки сахара. И это все хорошо перемешиваем. Капусточка наша готова. Делаем соус. Значит, так. Это я чесночок делаю. Кто видит? Ага, все. Чесночок натираем на терочку. Небагато. Чуть-чуть. Чтобы термоядерное не было таке, чтобы можно дракона выпускать из рота. Так. Теперь добавляем наш соус. Добавляем кетчуп. Так. Капуста останется, заправить можно потом олією, либо майонезом. И будет у вас отличный салатик. И добавляем майонез. Так. Девочки, секундочку, и добавляем верес, горчицу. Кстати, дивіться, яке мясо получается. Бачите? Красиво таке. Все, и это все перемешиваем. Так, девочки, собираем шаурму нашу. Мажем. Так, вот так, наверное, длиннейше это будет. Ну, вам там мажем, короче, основание так трошки. Так. Ложим нашу капусту с морковкой. И мяско тут все мое ложить. Значит, порезала трошки его. И опять же таки сверху все мажем нашим соусом. Так обильненько, потому что у нас же получается капуста не мазана. И все, девочки, и заворачиваем нашу шаурму. Все. И отправляем зараз в грильницу. Так, все. О. Все, девочки. Приятного аппетита. Девочки, видите, красота какая.